Всем привет! Я решила почему-то снять влог. Не знаю почему особо насыщенных событий каких-то сегодня нет, но мне захотелось снять влог, потому что давно их не было на канале. И я вот в такой вот пижаме с немытыми волосами. Сейчас возьму вас с собой в этот день. У меня уже прошел первый урок, это была история. Следующий урок будет, если я не ошибаюсь, математика. Да, математика. И я сейчас пойду позавтракаю, потому что у меня есть где-то минут 30. Так, урок у меня начинается через 20 минут, поэтому я могу покушать свою шаурму. Кстати, это шаурма из видео про завтраки. В общем, у меня уже закончился урок математики. Сейчас будет второй урок математики. И мне нужно переодеться и в целом привести себя в порядок. У меня есть на это время сейчас небольшое количество. И я сейчас это буду делать, потому что до урока у меня осталось еще где-то минут 10. Вот, поэтому я сейчас буду немного подкрашусь и сделаю себе что-то с головой, потому что сейчас этот замыленный хвостик, мне с ним не нравится ходить. Вот, и поехали! Собственно, все, я переоделась, и сейчас я уже сажусь опять за стол. А, зеркало забыла выключить. Я уже сажусь за стол рабочий, чтобы подключаться ко второй конференции. Я, кстати, даже не знаю, сколько сейчас времени, и успеваю ли я вообще. Но я надеюсь, то, что я успеваю. Да, я вполне себе успеваю. В общем, у меня какой-то вообще день очень сложный, у меня совершенно нет какого-либо отдыха, и я сейчас уже прошло там минут 5 с конца урока, и мне уже нужно подключаться на новую конференцию по литературе. Я сейчас ввожу пароль и подключаюсь к литературе. В общем, сейчас время уже 13:07, у нас сейчас была проверочная по литературе. И я хотела сказать то, что я что-то захотела попить, поэтому я сейчас пойду сделаю себе какао. Как обычно, ну как же по-другому-то? Окей. Готово. Все какао. Я довольна, но у меня осталось 36% на камере. Как так? И у меня на самом деле не очень чисто в комнате. То есть у меня вот здесь валяются вещи, там на столе тоже не пойми что. Здесь тоже какие-то кожурки от мандаринов с лаком стоят, тут еще коробки. А еще мне, кстати, в последнее время нравится вот такая подсветка. Она радужная. И когда свет выключаешь, она становится... Выключаешь. Понятно, вечером покажу. В общем, сейчас я буду пить какао и, скорее всего, буду выбирать подарки на Новый год. О, как раз Озон мне прислал уведомление. У меня до урока осталось минут 20. Я уже зашла на конференцию, она уже идет, и мы проверяем домашнее задание. Russia. Полина, Moscow. Moscow is in the northwest of Russia. В
сейчас закончились уже все уроки. Я наконец-то это пережили. Сейчас запишу все, что мне нужно сделать. Но пока что из обязательного мне нужно сделать домашнее задание на завтра, подготовиться к контрольной работе по русскому. И, собственно, все. Но сейчас я бы просто отдохнула. Телефон звонит, секунду. В общем-то, время отсвечивает почти 5. Я сделала почти все уроки. Мне осталось только повторить правила по русскому, потому что у меня будет контрольная завтра. Вот. Но я сейчас пока это не хочу делать. И сейчас я быстренько сделаю себе маникюр. Ну, это так не назовешь, потому что я просто покрою их прозрачной базой. Короче, пока я себе тут наводила красоту, то уже приготовился на сегодняшний ужин или обед, я не знаю. В общем-то, это капуста с морковкой. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам смотреть мои влоги и снимать ли мне их чаще, потому что сейчас у меня в основном расписан контент-план именно на обычные видео, то есть на... Что это? То есть на разговорные. Короче, я сейчас посмотрела свои некоторые видео старые, посмеялась над ними, потому что они очень смешные. Ну как вообще так ужас? Что это такое? Почему я в шапочке? Опять на этом. Открывается. Сегодня день этого лифта. Ой, куда я это? Аккуратно. В общем, у меня уже закончился репетитор, и я иду домой. Наконец-то. Кстати, достаточно неплохо на улице. Уже стало так темно. Как обычно. Ничего нового. Ой, машина. В общем-то, я порезала себе грейпфрут.
Нужно будет потом немного прибраться, как бы, ну, совсем чуть-чуть, совсем капельку, небольшую капельку. Ах, устала. Очень. Погнали. Итак, прибрала у себя в комнате, наконец-то здесь более-менее чисто, только с кровати кое-что осталось убрать. И я сейчас, как вы видите, помыла голову, и я, кстати, обещала вам показать, как выглядит моя подсветка, которая мне нравится цвет в темноте, вот так. На камере она кажется синенькой, но на самом деле, если приглядеться, то она прямо очень даже радужная, понимаете? Вот, издалека очень круто выглядит, а там я ее чуть-чуть поломала, поэтому там не горят некоторые цвета, и горит только зеленый. Здорово. Поэтому вот так. И я думаю, то, что на этом я уже, наверное... Спасибо. Я думаю, то, что на этом я уже, наверное, буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр этого влога, я над ним очень старалась. Ну и всем пока-пока!